друзья, сегодня мы отправимся в тундру в гости к настоящему оленеводу. Но наше приключение начинается прямо здесь, на выезде из Дудинки, потому что проехать до пункта назначения на обычной машине невозможно. Мы поедем на трек-холе. Вот все говорят, суровый север, суровый север. Посмотрите, какой он милый. Все, пока. Полуостров Таймыр населяют представители 5 коренных малочисленных народов Севера. Это нгоносаны, долганы, эвенки, ненцы и энцы. Семья кочевников, к которым мы направляемся в гости, занимается традиционными промыслами – оленеводством и рыболовством. Дорогу до стойбища приятной поездкой, честно сказать, не назовешь. Но это того стоило. Просто посмотрите, какая это красота! Вот она, настоящая природа Таймыра, какая она есть. У меня сейчас мурашки по телу бегают размером с этих оленей, потому что я просто в восторге. Очень круто. Стойбище оленевода – это балок, небольшое зимнее жилище на полозьях, стадо в несколько тысяч оленей и бескрайний, безграничный простор тундры. Олени тут, кажется, совсем не боятся человека, а самые смелые еще и с удовольствием дают себя погладить. Мне тут рассказали, что этого оленя зовут Поймал. Не знаю, что это означает в переводе, но кусок хлеба он точно поймал. Молодец. А сейчас давайте, вот олень перестанет меня лизать, и мы пойдем познакомимся с хозяевами этого прекрасного места. Здравствуйте! Меня зовут Марина, а вас как? Павел, а вас? Эльвира. Очень приятно познакомиться. У нас как раз время обеда. Присаживайтесь. Увечок снимите. О, спасибо большое, это я с удовольствием. Мы долго ехали до вас. Пообедаю с радостью. Сегодня на обед у хозяйки строганина из сига. Хотя сам балок внутри совсем небольшой, места хватает всем. Печка, нары, стол и раскладывающееся спальное место. И, кстати, снегоход на улице. Вот и все. М-минимализм. Мы даже на такое не надеялись, но для нас Павел Накович запрягает сейчас упряжку с оленями, на которой мы поедем кататься. А никогда в жизни даже не думала, что меня кто-то прокатит в тундре в упряжке оленей, но думаю, что это будет потрясающе, скоро проверим. Павел Накович, расскажите, пожалуйста, как нужно садиться в сани, чтобы не упасть, за что держаться и как располагаться? Обычно пассажиры садятся с правой стороны. Ага, то есть мне надо обойти, да? Вот так вот, да? Ага. Я сюда поднимусь. А, вот так. Да, вот, да, вот так. А, супер. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Эй-эй! Это круче, чем в американские горки. Уж точно было лучше, чем поездка в нашем траке. Особое искусство у народов Севера – заарканивание оленя. Чтобы управлять всем стадом, нужно поймать вожака за рога. Учатся этому с самого детства, тренируются и в том числе друг на друге. Здесь есть такая шуточная игра. Если парень ловит девушку арканом, то потом обязан на ней жениться. Расскажите, вы свою жену так тоже заарканили? Нет. То есть это больше такая шуточная игра, да? Шуточная игра, да. Ну да, это игра, вы уже женаты, я замужем, поэтому только ради развлечения. Так, хорошо, так, давайте на старт, внимание, марш. Ну не поймали, уж извините. Будет попытка номер два. Ну давайте. Раз, два, три. Попалась! Браво, браво! Развлеклись на славу, хоть согрелись, да? Да. Сегодня, кстати, минус 30. Сегодня очень немногие из представителей коренных народов Севера живут жизнью предков. Но на Таймыре по-прежнему остаются те, кто
кто сумел сохранить традиционный быт и культуру, кто не готов переезжать в город и терять свою свободу, те, кто хочет продолжать семейное дело и сохранять язык, обычаи и ритуалы.